Почта России продолжает разбор завалов, образовавшихся после 10 квадратных метров пожара. Обратите внимание, как бульдозер везет непонятные мешки в ковше. Еще целая гора уже лежит. И это все 10 квадратных метров, горевших вчера. Хорошо едет. Это какие-то особенные посылки, их не везут, в общем-то. Похоже, будет сейчас новая куча образована. И сейчас будет, собственно, баба. Красота! Сейчас доблестные работники почты, конечно же, придут все сортировать. Да, айфоны, планшеты, все в этом ковше.